Всем юхай! С вами Аман, вы на канале Аман Гейминг, со мной сегодня Милка, Чакетик. Всем привет, привет. Всем привет. Да, и сегодня мы играем в ММ-ку, как бы элиту на стриме вернули, сейчас let's go как бы возвращать ММР-ки. Не-не-не-не-не, сливать, пожалуйста, не надо, но судя по тому, что у нас в противоположной команде софт имеется, 20 часов элита. Софт. Да, а у нас, кстати, тоже 30 FPS плеер, элита 62 часа. Угу, тоже, знаешь, как бы интересная ситуация. Посмотрим, давайте уже каточки. Итак, ребят, у нас первый раунд, чекетик пачка сейчас. Ну, фастом идем, а чё, нет, как бы. Ну, фул, почему фул стаком идем, бля? Да, это хорошо. Чел подпушил нас немного. Подапнем. Да, подапнем. Не, он ушел. Да, он ушел. Я в апах. Ты снизу шел, да? Нет, я сверху. О, нихрена мне в голову прилетело. Я хае дал. Лох хп, типа, Тарай. Двое. Я попал по ним. Молодцы. Да. Вот он на длине. Пески. Я фул. Пески. Ребят, мне кажется, перетяг нужен. Оформляем. Тяги. Давайте, да. Полетели. Все, красавчик, Милка. Все, аккуратненько. Трем. А, я даже килл сделал, охренеть. Да, все, давайте, полетели. 30 FPS убили. По сути, софт умер. Не знаю. Милка, лови их, ты фул хп. А, нет, подожди. Это не Милка. Его забрали. Ай, меня тип забирает, минус 0. Конфет куда? Тёмка. Тёмка вышел. Тихо. Да. Молодец. Милка, под тебя пачка. Не пикай его пока. Пикай. Возможно, деф. Ой-ой-ой, Милка, чё ты дал? Минус 3, красавчик просто лучший. Так, я фанфальчик, чё, хаешечку аккуратненько сейчас попробуем что-то сделать. Я пачка, давайте еще раз, а? Я надеюсь, на миду сейчас я не спалю пачку. Вроде не спалю. Нет, красавчик. Я вверх, shift, коннектор и зига. А, чел колено, забрал. Хорош, коннектор и подапай. Все, и коннектор. Коннектор. Я ставлю. Я прикрываю коннектор. Ай-яй-яй-яй, сори. Убил. Спасибо. А, молодцы, молодцы, чисто раскидали, красавчики. Их четверо было. Все, лучшее. А, ну, типа, время залагало. Во, пачка, да, уже у другого. Во, пачка и у другого. Да. Чего? Теперь у меня. Да. О, сейчас можем, типа, фейкануть на бейсе. Один идет, вот, который фейк. Идет на Б, а мы идем на А. А вот она на деле. Ну блин, а что за бред? А почему у нас пауза не это? Что две пачки держит ее? О! У тебя пачка осталась. Да, нормально. Все, на двух плентах ставим, парни. На двух плентах сразу. У меня вылетела пачка. Сразу на двух плентах надо было ставить. Не, все, нету. Все, я понял. Аккуратнее, ребят, сейчас. Лидите, а я люрк Б. Вас подпушил, тип. Я не убил его. Минус. Убил. Минус 0. Молодец, Милка. Милка, хорош, там калаш. У меня есть. Милка, там калаш. Ай, меня тип забирает минус 50. На лангу. Я слышу. Милка, а у тебя же дохера бабок. Чё ты с дробью-то? Там калаш лежит. Ой. Молодец. Возьми дроп. А у него есть. Подожди, время есть. У него есть, тип. Есть. Сейчас он заберет. Если заберет. Ой. Молодец, все, теперь можно перетягиваться. А по нему даже Милка, займи лестницу. Они оба у меня. Это софт. Он сразу уходит на меня, смотри. Да, я пушу, ну, не нужно было, мне кажется, так. А, опа. Элита 175 часов. Короче, каточки максимально. Чего? А, чего? Как он приехал? А, прикольно. Я думал, это мы выиграли раунд. А это не мы выиграли раунд. Короче, киньте ЖБ на сразу на троих, на получается. Всю. На всю смысл. А мы не выиграли? Там не все. Не, мы проиграли. А почему? Ну, потому что. Время. В смысле, у нас время или это? На время это... по времени не успели. А, я думал, это софт там что-то сделал. Нет.
Шарфы двух голов я еще не вижу. Ай, боже. Какие же суки. Я не могу. Тихо. Кстати. А, ладно, ты живой. Да! Не, ну вот тут я по реакции чисто не вывезу его. Кстати, вот этот тип, вот этот тип вывозить будет. Я, короче, в тон мусорка. Тихо! Ну, минус 0, голову я поставил, по сути. Милка, хорош. Молодец! Стягиваюсь. Стоять спина. А еще у меня. Карман, скорее я всего. Видел. Спина лучше, минус 3. Че, минус 4 будет? Вон он. Че есть? Карман еще есть, наверное. Да, скорее всего, карман. Пикни еще раз, пикни еще раз. Не все, они на время играют. Ник. Ван тапом пикнул, понятно. Я кинул на всех софтеров ЖБ, как бы, ну, хочу, чтобы отменили эту катку, даже если мы выиграем. Запрыгнул. А, чел еще выпикнуть практически не успел, меня уже убивает. У меня чисто ноги были видны. Слева. Ну да, тех, кого Милка убивает, те не софты. Он там забыл. Сзади пип. А. Ну. Там, походу, не только он. Почему? Хотя, а, не. Ну это нормально. Прострел, это нормальный прострел. Типа, по нему инфа была, когда он, типа, в смоку убил. А, не в смоку, а на коврах. Я пачка. Давайте фастом Б, давайте фастом Б. Молодцы. Меня чел Савик убивает. В сайту двое. Он на коробке же? На коробке, да. Так. Давайте агрессивнее как-нибудь. Попробуйте. А, и раскиды не у... А, ну только у рандома. Хорош? Вот, ох, тоже, опять. Как ты, Савик, так же летел. Мид, хорош. Остался софт и сильный. А, это рандом. Да, пошлите Авик. Ой, чё, пошлите Авик, пошлите А. Коннектор. Кишка. Кишка. Почти. Это... Лоу хп он был. Минус 99, он был хпшник, там АК-12 он лежит. У меня у самого АК-12. Дай ему такой. Да. Лонг, 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 лонг. Все, с Тёмкой разберется тиммейт. А! На. Он меня расстрелил. А по нему уже инфа есть. Ой! Это... Не, я слышал кто-то. Да, это наводка сейчас была, автонаводка. Он, смотри, он инфу не имеет, у него чисто автонаводка и стрельба. Да. Давай, когда попробуем отыграть. Ну может, давайте. Я лучше проиграю. Да, я мид пикну по дефолту. Возьми лучше 5-7. 5-7? А, кстати, да, хорошо, что напомнил. Я, кстати, между прочим, ребят, как будто бы с 5-7 стал хорошо играть. На стриме минус 3 на дюне делал. Как будто бы не считается Амир. Ну. А чё, А оставили? Иду, я на. Окей. Это А, скорее всего. Да, а есть. Да. Надамажил. Жить, я перетягиваю. А, ребят, это. Я косой. Я не понимаю, минус 99, тип. В апах. Милка, можешь его обозвать дураком, и он умрет. Слева. Дурак. Типа его можно убить обычным оскорблением. Клюй. Не, мне кажется, перетяг. Тихо. Да, ага. Тёмка. Вопрос. А, пачка там, да? Тут тип. Я хз, знаю, что... А, пачка Б ставится. НТ. Раз, пошла. Еще вот отсюда, вот. Дал. Слышка. Это... Ага. Меня пушат, там координация, я накоцал. Меня хаешкой сорвали. Пуш максимально удачный, ребят.
Какая себе на самом деле позиция для мухи, но если ты не спрыгнешь со стенки. Тут апы. Апы, ави. Таскли. Я тебе ты мид кроешь? Да. Авик. Ребят, это. Что? Попал. Я фул. Тип того. Иски идет. Они походу все так делают. Я чех уже. Нет, а это залет. Лёх, Амир спрыгнул. Ну, по мне, по инфо. Ну, даю тыку, минус 88 со спаса, гениально. Притык, кричал. Ага. На. Меня форекс за стеной бил, я стою, пушу. Сейчас. Да, конечно. Ну чё, софтеры. Чё с ней взять? Ладно, софтам не стыдно слить. А вот с софтам играть, в принципе, стыдно с софтом. И тем более уж проигрывать. А такое мы делали. Ты можешь здесь раскачать. Нет. Идем в следующую катку. Минус 23. Мне тоже. Они сами багали. Короче, ребят, у нас следующая каточка. Двое из типов еще не зашли. Видимо, будем сейчас играть 5 в 3. Окей, погнали. А двое А, трое Б. Ну ладно. И на мид. Сейчас аккуратненько. Не то... А, у нас тип торопится, ему вообще пофиг, он пушит. Ну, по сути, их трое, да, тут боятся. Но мид. Мид, да. Опа, нет. Есть мид. Не мид, а этот. Вода. Где? Чел лоу хп. Я им поеду. Я флэ, я фу. Молодцы. Хорош. Где еще двое? А, под Б и ласк. Все, молодцы. Молодцы, лучше. Я даже не умер. Да, первый раунд за нами. Хорош, Милка, я иду к тебе, не переживай. Я даю хай. У тебя? А, нет, склад. И ласк типа Милки. Дроп есть. Дроп есть. ХЗ. А, не, это звуки. Склад. Забрал. Дропщик. В момент, когда он пикнул, прикол, я вообще смотрел, ну, не на него, я смотрел на миникарту. Но я его убил все. Пацаны, дайте киллы по-блацки. По-блацки киллы дайте. Да тут у нас типа SQTV что-то там выносит. Молодец. На. Опа, вот минус вот. Один. Не, это... Я на Б. Да? Лучше? Отель. У нас отель. Я не буду пушить, пачку у нас. Я не смогу запустить. А, он хорош. Он без патронов был, из-за этого решил запустить. Нормально. Откуда у них МП7? У меня вопрос. У них МП7? Это наши. Наши? Ну, наши все, их начали пушить и умерли. У нас тип ливнул. А, всё. Лив, подожди, ливнул тот тип, который как раз-таки разносил. Но он, скорее всего, РХ делает, ХЗ. Я флешку не дал. И мидл есть. Хае на воду дал. Давай вдвоем пикнем. Б, кстати, да. Maybe. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я тупой. Это Б. На, есть. Инка лучше. Мид. Мид и склад, по-моему. Ай-яй-яй. Наш вернулся. Арабеск. Молодец. Я с тобой, что ли? Еще один арабы. Но это не точно. Там пачка. А вот тут ноль. Хотя у меня попал в Мельцарега. Как? Че? 98, в смысле? Если бы я попал и у меня стендов зарегал, я в прыжке попал, но у меня не зарегал. Не, бред сейчас какой-то был непонятный. А вот сейчас нам минус. Короче, Б-лонг пробую запушить. Ну, пройти аккуратно. И проход. А, они двое на миду? Все понял. А, молодцы. А, его убили. Я фул. Прикрой. Тиммейт. Хороший. Минус 3 просто оформляет игрок. А майн ёперный насрал. Йолага палага. HGPS-менчик туда-сюда, но вы поняли, да.
лучше бы ты этого не говорил, знаешь. Да, я что-то высрал, что-то немного лишнее, да, извиняюсь. Вот. Ну, я зато сделал минус 3, так что... Хае Б был вроде. Да-да-да, это Б, ребят. Длина Б, наверное, там. Да. Ну, по мне инфы нет. Зашел. Зашел. Молодцы. Убил. Еще один. Еще там. Мусорка был. Ё-моё, Амир, ты чё? Мусорка? Где мусорка? И... Он, походу, ко мне на мяч выходить будет. Минус 21. Молодец, Милка. Милка, мы с тобой идем прям вообще нормально. Тютелька в тютельку. Тютелька в тютельку. Не. Будь здоров. Мид. Лоу хп. Двое мид. Сейчас дам хаешку на мид. Давай. Сейчас мне хоть соснутить. Черти, блин. Все, убил. На. И чел отель. Склад. Сейчас я... Он с пачкой. Он на мид, скорее всего, ушел. Не, чел с рынка пушил. Он на мид ушел, склад. Да. Он не... Молодцы. Ну, суки, дали мне. Ласт? Фишки забрать. Ласт здесь, все. А, КТ сторона очень хорошо закончена. Но тоже нужно учитывать то, что у них мало народу, у них и всего лишь трое. Нам плохо. Сейчас проигрывать нельзя вообще. Нам проигрывать вообще нельзя. Тут уже речь идет о том, что не факт, что у нас плюс будет. Хотя не будет. Не, почему плюс будет? Плюс будет. Но, ну, если мы сейчас сольем, будем сливать раунды, то тогда плюс не будет. Че, в фастома тогда летим? По сути, мы их раскидаем сейчас. Давай, пачка. Флэш раз. Я чуть позже флэш 2 даю. Я дал. Okay. На меня тоже хай дали, у меня 28 хп. Бейте. Молодец, все, ставьте. Всё, заходи. Двери араба. Yeah. Двери вышел. И вы все лоу хп. Тихо. Справа. Тиммейт, ну помоги. Чекет. Блять, косой. Ну убей ты его! Пика, он дефает! Меня забрали сверху. А, он успел! Да, я не знаю, чё чакет туда-сюда ходит, зачем? Добей ты его! Лонг. Закон тогда через водосток. А мне похеру, я лечу. А. Ну а как? Минус 45. Минус 40. Хорош, Минка? НТ. А. Все, ребят, давайте. А значит, агрессивно залетать вообще не вариант. Надо выпикивать их. Выпикивать, а да, вычислять. Да, только аккуратненько, не торопясь. Потому что так и у нас эффект. Давайте на у нас получилось зайти. Я минус 2 за 1, 4. Сверху. А я дали, я лоу хпм. Все, хорошо, пачка стоит. Молодцы! Чисто разваливаю. Чисто так. Милка разваливаю. Все супер. КТ. КТ молик дал. Все. Залетайте, ставьте. У меня вас. Прикройте. А, не стреляют! Не стреляют! О! Их двое. У меня не стреляют. Все, он один. Вон там был. Либо КТ. Все, тихо. Чет, какая двери? А, мир арбеску. Он рынок, Амир, рынок. Запрыгни. Дорогие друзья, мы выигрываем эту карту. 10-3. 10-3, конечно, да, нечестно. Их было всего лишь трое. Я надеюсь на плюс, пожалуйста. Потому что, ну, реально, они играли... Может. Плюс 2? А. Нет, у меня минус 7. Я слил элиту. Ты понимаешь, мы в предыдущем видосе по станку слили элиту, и в этом слили опять. На стриме подняли. Получается, на сегодняшнем стриме мы тоже должны поднять элиту обратно. Обязаны. Ладно, ребят, надеюсь, вам это видео понравилось. Пожалуйста, любите лайк, если не понравилось, дизлайкните в комментариях, батачник, или получилось. Ссылочка на ТГ в описании. Всем пока. Пока-пока. До свидания.